Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and YouTube has suggested me a new video today and I want to watch it with you my friends. The name of this new singing performance is Faktör Bay. I translated it. And in this performance we are gonna listen Ching Kaicheng and he's gonna sing Call Me Quietly by Name. Okay, this video must be very popular. This performance must be crazy because it's watched like crazy, and this is why YouTube suggested me. So let's start. Пока одни участники поют на сцене, Син Кей Джан наблюдает за съемками шоу. Родители хотят, чтобы в будущем он стал журналистом. Однако парень мечтает. Sorry, we have subtitles, so let's use them. Yes. Let's make it English. Okay. Совсем о другом. Okay. Hello. Hello, Ching. Okay, he's gonna play instruments. Здравствуйте. Добрый. Привет. Меня зовут Син Кайчен. Я из Китая. Ага. И сейчас я учусь в ПГУ. Скажите, а вас вот родители отправили к нам учиться в Беларусь, имеется в виду, журналистики или вокалу? Journalism, really? Китая учить музыку. Is this the same guy? Дорого. И тогда я пошел в другой город, чтобы найти лучших преподавателей. И мне сказали, что мне надо заплатить очень много денег, чтобы выступить в этот университет. Мама сказала, что, ну, сынок, я уже постаралась, но эти деньги я просто не смогла заплатить. Yes. This is emotional. This is emotional. Oh no. Okay. I can understand this thing. Okay. So, ничего страшного. This is understandable. Поэтому это не очень веселая история, но жизнь такая. Всегда бывает поворот. Yes. Сначала я маме сказал, что я хочу продолжать учить музыку. А мама сказала, что я знаю, что тебе нравится музыка, но это можно как твои хобби, а журналистика — это очень классная профессия. Поэтому я тоже так это сделал. Okay, that's a good boy. Сейчас я живу тоже good boy. Весело, счастливо, у меня сейчас много белорусские друзья. Ребята все очень классные, добрые. И, короче, на жизни кипит. Окей. So, is this show... I don't know if this... I don't know if this show is from Russia or Belarus or Ukraine. I don't know. I don't know. This is my first time watching this show. Мне нравится попробовать, мне нравится челлендж. И я вообще раньше ни разу не участвовал в такой программе. Я думаю, что это будет очень классный опыт для моей жизни. Окей. Хорошего выступления вам. Спасибо. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Озовется ли сердце безбличное, несказанное, грубое, нежное? Снова сумерки входя бессонные. Снова застемнет тёкла оконные. Танкиваю сирени смородина. Позови меня, тихая родина. This song is beautiful. This song is beautiful. Like real life, right? It is looking like a real life. Like you call it to your friend. Like you talk with your friend. I like the lyrics, okay? And I like his voice, by the way. Ching, right? Okay. Позови меня на закате дня. Yes. Позови меня, грусть печаль моя. Позови меня.
Знаю, спутится наше свидание, затяну раз с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик летали, ехали, только мимо с тобой мы проехали. Набелили кругом на копытели, даже толком дороги не увидели. So this song must be well known and loved by people, right? Look at everyone, look how they sport. This is so cool, this is so cute, I like that. And this is a beautiful song, I like that. This is like a daily life song, and so cute, so warm, warm feeling. Beautiful. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня. О, oh, yes, that's so beautiful. Спасибо. Спасибо. О, oh, yes. That was a lovely performance. That was a beautiful. This is my first time listening this song. This is my first time watching this TV show, and I love that. I love that. And this guy is so cute. He's looking so friendly. I like that. Браво! Спасибо! Дорогой сын! Dear son! Скажи, пожалуйста, а как будет на китайском «мама, я прошу в лагерь»? Мама, я прошу в лагерь? У вас 4 «да», вы проходите дальше. О, oh, yes! Okay! Of course! Спасибо! Спасибо! 4 «yes», okay! That's beautiful. Спасибо большое, спасибо. Но, мама, я прошел в лагерь, мы, наверное, в жизни не повторим. А как будет «да» на китайском? Да, да, как да. Будет? Да. 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 На китайском. А на китайском, да? Да. А? Ой, сейчас. Это «how». 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 Да. «How». So, is this Chinese saying «yes»? «How»? А четыре да. Четыре. Четыре да. Хау, 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 да. А, no. Хау, 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 хау. Хау, 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 спасибо. Really? Four years. Is it saying like that? Хау, 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 хау. Four years. Really? That's so funny. That's so lovely. I like that. That's cute. Оно! Оно! Be careful! Вот туда, вот туда, да. Вот туда, вот туда, вот. Be careful! Аккуратно! Оно! Oh, no, this is so funny! Он не ожидал! This is so funny! Okay, he's so funny! He's so excited, I can understand him. He's so excited, okay. Okay. He can't see anything. Because of the excitement. Он не ожидал, что он забыл свой язык родной. Конечно. Ну, скажите, да, он говорит, сейчас я вспомню. Вау. Да, да. Ну, позови меня тихо по имени. Да, прозвучало неплохо. Я кайфовал, да. Я кайфовал, вот это правда. А мы кайфовали от твоего исполнения. Это было круто. И поверь, а не пройдет года, другого. Ты видел, как пищали девчонки, да, как кричали? Ты будешь просто звездой. Стар! Все девочки нашей страны. Ой. Удачи тебе, буду рад видеть тебя. Спасибо большое. Good luck, my friends. Good luck. Xing Kaicheng, he sang Call Me Quietly, and this was from a TV show named Factor Bai. This is my first time watching this show, this is my first time reacting Xing, and this is my first time listening this song. I loved everything, I loved all of them, the TV show, the song, and this guy. They were all so beautiful, so cool, and this guy sing it very cute, very beautiful, very lovely. And the audience loved it.
with their support in you. I like that. Thank you, my friends, for watching it with me, and let's meet you in the next videos. Take care of yourself. Have a nice day. Bye-bye.